Окей, значит, здравствуйте все, кто слушает этот подкаст, куда бы я его ни загрузил. Сегодня я, Рок Джокер, записываю его вместе с многими своими гостями. Мы будем обсуждать презентацию Konami на Gamescom, которая прошла вчера ночью. Все мы здесь собравшиеся люди любим серию Metal Gear Solid, поэтому нам есть что сказать по поводу того, что мы увидели. И я думаю, вполне возможно, эта беседа перельется в многочасовое, что-то непонятное, но я думаю, это будет круто. В любом случае, я рад, что смог вас здесь сегодня всех собрать. Значит, это Просто, Тимофей, поздоровайся. Добрый вечер. Да, это Хит Ассасин. Добрый вечер. И это Мух Аксель, или Аксель Мух, я не знаю, в какой лучше последовательности это говорить. Здравствуйте. Да, и сегодня мы обсудим Metal Gear Solid Phantom Pain, этот ролик, который нам показали, точнее даже два, да, или даже три ролика. Один из них был такой уровень в Афганистане в дневное время. Что вы вообще думаете? У кого какие мысли по этому поводу, по поводу увиденного? Поделитесь впечатлениями, там, я не знаю. Что можете сказать кто-нибудь? Что я могу сказать? Для начала скажу то, что я об этой презентации узнал абсолютно спонтанно, просто в группе ПВК. Я ее сразу включил, как у меня была возможность. И сначала там что-то говорил Кодзима через переводчика, а потом начал сам геймплей. До этого я смотрел геймплей на E3, поэтому я был немножко удивлен увидеть тот же самый видеоролик. Я уж испугался, что будут показывать одно и то же. То же самое, то, что... Мошенники, да. Да. Я думал, то, что на Konami это совсем не похоже. А потом понял то, что они решили показать ту же миссию, но с предельно, так скажем, другим видом прохождения, то есть другой, через другой перспективой, да. Другой тактикой. Что я могу сказать? В принципе, мне очень понравилось, хотя я думал, то, что сам геймплей был бы длиннее, как, например, на том же E3, который длился, наверное, минут 30. Ну а так показали больше возможностей, показали возможности, которые расширили в картонной коробке. Это да, это самое главное. Причем этому было столько времени уделено, что мне даже смешно начало становиться. Ну, это как говорится, визитная да. карточка игры. Да. Самая узнаваемая ее часть. И они ее. Получается то, что картонная коробка сама по себе эволюционировала. То есть раньше в первой части это была обычная картонная коробка, которая имела разные просто виды, например, как во второй части. А сейчас это, можно сказать, некое многофункциональное устройство. Это целое тактическое оружие, да. можно в принципе, сказать. Раньше картонная коробка в Peace Walker была очень усовершенствована, там была в виде танков, в виде еще чего-то, я, правда, не пользовался, к сожалению. Вот этого... К сожалению, я сам этого не знаю, потому что Peace Walker до сих пор не прошел, хотя начинал. Мне понравился вот этот немного другой стиль, комиксовый, да, такой? Комиксовый стиль. Интересный. Был, причем интерактивный, да? Да, интерактивный, есть... там есть quicktime-эвенты. В принципе, комиксовый вид катсцен был еще в Portable Ops, потому что я играл, и, в принципе, они одни и те же, только Peace Walker, он стал интерактивным. Ну, ладно, давай дадим другим ребятам высказаться по поводу этого замечательного ролика. Хит Ассасин, что тебя больше, наверное, всего поразило, я думаю, да? Скажи там, что тебе понравилось. Ну, на самом деле было очень много чего, в отличие от E3, который... в отличие от геймплея, да, который показали на E3. Много чего было нового, да, с коробками связано. Это, конечно... Ну, давайте коробок мыслить, там, типа, outside the box, это интересно, да. Вот. И очень много всяких интересных вещей относительно стелса, другого прохождения, стороннего. И, ну, я даже не знаю, очень много всяких интересных вещей. Этот Афганистан, ну, вот. Этот сэндбокс, на самом деле, который будет работать, подстраиваться под тебя, зависеть от твоих действий. Это действительно уникальные возможности. Ну, опять же, фирменный юмор Кодзимы с этой лошадью. Разрушение четвертой стены, да, там у него регулярно. Да. Ну, опять же, эти коробки, но это уже не важно, ладно, про коробки так много сказали, но взаимодействие с лошадью, это, конечно, это интересно.
Да, скажем да, так. у меня челюсть отвалилась, когда я увидел, просто от смеха. Когда накакало, да. Да, я думал, просто так, окажется, а в этом была целая тактика. Да, это было комично, когда джип поскользнулся на говне и начал кружиться. Да. Да. Но меня поразила больше всего другая вещь. Это когда Снейк выбрал тактику заминировать джип и через Falcon Recovery его поднять и взорвать вертолет. Вот тут у меня челюсть отвалилась просто. И причем тот, кто играл во все это, был настолько, значит, обладал скиллом, чтобы бежать, одновременно повернуть камеру так, чтобы мы увидели всю эту красоту, за что, я думаю, можно поаплодировать этому человеку, потому что он действительно прошел уровень так, что после этого, мне кажется, любой человек захотел играть в эту игру моментально. Да, потрясающе. Мух, что скажешь по поводу каких-то разниц, может, с той же четвертой частью, да, Metal Gear Solid, которая до этого была последней, в которой мы могли поиграть из МГС? Какие-то для себя ты сделал выводы, может, в чем-то игра хуже стала, потому что вот я, например, посещал паблики, где куча задротов МГС, и очень многим, на самом деле, не нравится Phantom Pain. А любитель пабликов просто. Многим, наверное, имеешь в виду фанатскую группу ВКонтакте по МГС, которая сейчас вроде даже расформировали ее, да, МГС Station. На самом деле на этих ребят внимания не стоит обращать, потому что они МГС считают говном уже после третьей части. Да, так и есть. Писвокер — это у них от дьявола, все, МГС 4 тоже слив и так далее и тому подобное. Этих ребят слушать не надо. По поводу презентации мне понравилось все. Когда была демонстрация на E3, у меня очень большие вопросы и сомнения возникли относительно Фултона, потому что, ну, скажем откровенно, все-таки в МГС всегда был абсурдный юмор и прочее, те же коробки, это очень весело. Но Фултон лично для меня как-то меня из игры, вот я смотрел презентацию и чувствовал, что меня выбивает. Одно дело, когда ты в Фолкере подбегаешь, весело всех подхватываешь, они там сквозь здание, где попало, летят, визжат. Это было весело, и он был портативный, к нему было меньше гораздо требований. И там это даже выглядело так компактно, там и локации были компактные в Peace Walker, и стелс был более простой гораздо. Там это выглядело очень прикольно и необычно, но в полноценном МГС, который выглядит при этом очень реалистично, где вот он ползет, вот там была демонстрация в первой, по воде полз, это грязище, еще при этом целился, стрелял, это все выглядит так реалистично. В Ground Zeroes, опять же, когда я проходил ее, то там, чтобы эвакуировать пленника, надо было тащить на себе через базу, вызвать вертолет. Это очень было круто. А здесь просто полбазы на шарик и все. В общем, меня смутило очень, но на этой демонстрации, честно, когда он, да, заминировал джип и поднял его в воздух, взорвать вертолет, я таки отмахнулся с выпученными глазами и сказал: ладно, уговорил, окей. Прощаю тебе, Фул. Это может быть круто даже в такой реалистичной игре. Да, к тому же, все-таки, опять же, фишки той же коробкой пользоваться совершенно не обязательно. Соответственно, если не нравится Фултон, я думаю, некоторые, если кого-то раздражает, как меня, они могут себе это ограничить и просто поменьше людей хватать. В то же время, вот это... хотя все зависит от геймдизайна, потому что от хватания людей, припасов и прочее, как мы знаем, там будет строиться база, и расширяться вооружение и все прочее. Поэтому все-таки неизвестно. Возможно, все-таки каждого придется хватать для нормальной игры. Да. Может быть и нет, потому что по тому же Peace Walker мы помним, что мы в основном хватали, чтобы мы строили всякие новые ракетницы, автоматы и прочее. Хотя я на самом деле люблю проходить МГС без убийств, и мне хватит транквилизатора там, обычного и снайперского. Потому что я помню до сих пор мои впечатления, когда я прошел МГС 3, проходил тот самый туннель смерти. И так как МГС, вы, наверное, думаю, понимаете, о чем я говорю, туннели смерти, Сороу. Да, да, конечно, конечно. Просто я проходил через все эти трупы, а это был мой первый МГС, который я проходил вообще, я начал с третьей части. Mm-hmm. И когда я увидел, сколько трупов, сколько вообще не заморачивался, подумал, а черт с ним, он вдруг его найдут, разбудят. Я всегда хедшоты с пистолета помог, не думая. И я по этому туннелю, ну я не помню, но я очень долго по нему шел. Мне реально было жутко и противно от того, сколько же людей я убил. И с того момента все предыдущие части, когда третью перепроходил, я уже старался там никого не мочить. Поэтому, у меня, кстати, туннель был не такой долгий, я убивал поменьше. Я старался у меня убивать.
У меня был настолько длинный тоннель, что я думал, ему конца не будет. У меня, по сути, вот было так же, те же самые эмоции. Я думал, в каком счете, может, она, может, что-то заглючила, может, мне что-то делать уже нужно тут, может, что-то еще есть. А я все шел, и в итоге он все-таки кончился, но там было столько народа, это был просто кошмар. Это, я считаю, гениальная задумка в плане давления на тебя психологически. Я вот сейчас думал, это проскриптованная сцена или все-таки... В ней есть какой-то заложенный, как сказать, смысл. То есть я думал, то есть если последствия. Я... Да, последствия. То есть убью ли я там 100 человек, у меня будет туннель длиннее? Или если я не буду никого убивать, у меня будет такой же длинный туннель? Я просто второй раз не проходил. Это прямое отношение имеет. Если ты будешь по сюжету только боссов мочить, понятное дело, для статистики, чтобы там ранкесс, там никого не убить, так надо транквилизатором глушить. Ну, по сюжету ты знаешь, они все равно умрут. Но все равно, если только боссов замочишь, то у тебя только боссы и появятся. Это потрясающе, это замечательно. Там всего пара минут займет этот туннель, ты пройдешь, будет пусто, периодически вот несколько боссов пройдет, и так до финала, и все. Ну, он вообще с четвертой стеной всегда играет очень круто, у него прямо идет взаимодействие сюжета, геймплея, эмоций самого игрока, все это смешивается. Тот же момент, вы в Grandiose кто-нибудь играли? Нет, я лично не играл, за себя скажу. Я не играл, потому что я жду все-таки, когда он либо выйдет уже на ПК, как выяснилось, либо когда я все-таки куплю себе консоль нового поколения. Потому что на старом поколении мне как-то не очень хочется играть. Я понимаю тебя, да. Ну вот, соответственно, я прошел Grand Heroes многократно уже на PlayStation 4, и там, опять же, шикарный момент, когда, ну, вы все видели ролики, там громят базу в итоге Mother Base, все к чертям ломается, и Миллер восклицает, но черт возьми, мы же ее строили просто в гневе. И ты сидишь в этот момент и думаешь, ну мы же действительно Peacewalker ее строили. Это такой эмоциональный привязанность. То есть это входит в Ground Zero, да, вот этот пролог, я так понимаю? То есть вместе с Кацухирой Миллером и разрушением всей этой базы, да, это все в Ground Zero есть, да? Да, да. Он при этом, да, короткий, действительно, это проходить за пару часов, все зависит от скилла. У меня недавно приятель, мы с ним на двоих мой аккаунт PlayStation 4 делим, так слово официально можно делать, мы теперь будем на двоих игры покупать. И вот он скачал мой Ground Zero, запустил, он полчаса где-то там потратил только или минут 40 даже, чтобы дойти до Чика, а в итоге его вынести уже не смог, потому что его валили постоянно Вик Стелсом. Чика! Там будет Чика? Конечно. Ну, вы хотели... я просто не следил за Ground Zero, и пор... ничего о нем не знаю. А, до сих пор не следили, потому что сами хотите потом пройти. Да, ну, да, понятно. Я вот просто вот это зависит от скилла. Я прошел там, да, действительно, пару часов у меня заняло. Поначалу много фейлился, довольно и прочее. А вот друг у меня запустил и просто полчаса 40 минут до первой цели, которая уже на карте отмечена, поэтому до Чика пытался добраться. До него дошел в итоге, но вот обратно с ним уже его мочат. Кстати, ребята, вы что насчет Grand Heroes думаете? Вот очень много народа в интернете возникало по поводу того, что фу, провод, цена он дорогой, он маленький, господи, Кодзима, ты что, дурак? Зачем ты это делаешь? Фу, я ненавижу японцев теперь. То есть, вот это как вы к этому относитесь вообще? Это типичное поверхностное, мне кажется, мышление современного игрока, который не понимает, что ему дают, возможность ощутить первое впечатление от игры, которая выйдет гораздо позже, да, мне кажется, и ты всегда можешь выбрать опцию не покупать, окей, это твои проблемы. А Рок Джокер, помимо того, что это все выйдет далеко и прочее, на самом деле здесь особо оправдания нет, смысл в чем другом. Grand Zeroes, как Phantom Pain будущий, очень сильно меняет сам по себе сам стелс, это реально революционная игра. Я как игравший в пролог это могу сказать стопроцентно, потому что что такое все стелс-экшены, те же сплинтерселлы. Сказать вот честно, я очень любил первые сплинтерселлы, но первые с первого, четвертый. Мне они очень нравились, в детстве просто обожал вот это гонять, казалось, стало нам реалистично и все, и круто, но в итоге сейчас уже я их проходить не могу, во-первых, время прошло, все более криво воспринимается, во-вторых, ну, Grand Heroes просто открыл глаза, потому что у тебя есть целая база, ты проникаешь как хочешь абсолютно, там всегда есть несколько входов, враги очень умные. И после этого я пытался недавно опять же Splinter Cell запустить, и что я вижу? Вот эти вот коридоры с одним решением, тут подстрели камеру, здесь кинь баночку в одном месте. То есть это меняет на самом деле все кардинально. У тебя над головой открытое небо, тебя вообще ничего не ограничивает совершенно. Это действительно новое слово в стелсе.
То есть ты действительно чувствуешь широкий мир вокруг себя, да? Ну, само то есть... собой, тоже там спасение Чика, я не знаю. Ты при желании можешь не на своих двоих топать, ты можешь где-нибудь найти джип, пригнать его к клеткам, достать Чика, посадить джип и с ним уже уехать до точки эвакуации на вертолете. И не корячиться, не нести его, да? Да, при этом, конечно же, джип там могут заметить, но само собой это все уже там... Свои последствия, свои новые факторы. Да, конечно. Помимо этого, к тому же, все забывают, что, да, сам Ground Zero сюжетно идет около 2 часа, там плюс-минус полчаса, в зависимости от скилла, но еще идет несколько дополнительных миссий, которые, опять же, показывают тот же самый АИ и восприятие мира, потому что остальные миссии проходят уже днем. И при этом, соответственно, враги дальше видят. Ты уже, если в ночной миссии в сюжетной там идет дождь, постоянно темнота, и в основном надо прожекторов остерегаться, а так довольно близко враги тебя могут не замечать. Ну, как раньше в старых МГС, примерно, как в четвертом. То днем у них намного, они намного более дальнозоркие становятся, соответственно, нужно по-другому прятаться. И днем самих по себе их, при этом врагов поменьше, но за счет зоркости все это не менее опасно воспринимается. Я тебе дико завидую, на самом деле, что у тебя была такая возможность это поиграть, да, потому что, будь у меня PS4, я бы сейчас тоже сейчас вам много чего рассказывал, потому что Ground Zeroes я бы взял бы моментально, буквально, я да. Я бы первым делом взял Ground Zeroes. Да, все поэтому цена, вот, ну вообще, вот я как обладатель PS4, мне тут Кодзима 5 на халяву дал. Я теперь совсем не в обиде. Я и раньше был доволен, там, денег не пожалел, что взял в итоге. А теперь еще и в 5 сейчас недавно поиграл. 5 бесплатно, абсолютно. Да, она да. Совершенно бесплатная, интерактивный тизер. Но, да, я хотел... на YouTube. Я смотрел, кстати. Я хочу немножечко отодвинуть дискуссию про 5. Мне кажется, это надо под конец все будет затронуть. Да, тогда как, собственно, это все по хронологии происходило на самой конференции. Я бы хотел вернуться именно к вот этому геймплейному ролику. В Афганистане. Меня, во-первых, когда я только начал смотреть это, я сразу понял, Кодзима и еще торт. Потому что почему я люблю катсцены Metal Gear Solid? Потому что они всегда кишат деталями, которые могут, на первый взгляд, не попасть тебе в поле зрения, но если ты смотришь внимательно, ты будешь замечать, что на экране происходит то, чего нетипично для каких-либо катсцен подобных милитаристических игр и вообще игр. То есть, например, когда значит, Биг Босс тянется, этот парень в плаще, я не знаю, кто с ним приехал там на лошадях. Это же Ацелот. Разве это Ацелот? Револьвировался, чувак, ну как ты? Я почему-то думал, что у него лица нет. До этого было такое. Ну ладно, это не суть. Он что ему передавал там в руку? А, этот прибор, да, по-моему? Он сначала фляжку ему передавал, и он ее не смог. И когда Биг Босс тянется своей механической рукой за этой фляжкой, у него не сразу это получается. То есть в этом маленьком моменте мы видим, что Биг Босс привыкает к своей новой руке. И вот такие детали мне очень нравятся. И то, как поставлен кадр, то, как персонаж даже не выплевывает постоянно экспозицию, а держит какие-то естественные паузы, которые действительно в настоящем разговоре бы имели место. То есть они не торопятся все сказать. Действительно чувствуется вот это вот... Кодзиму не превзошел есть... пока по играм никто в режиссуре. И вообще сама манера съемки, если заметили, в Ground Zeroes и Phantom Pain совершенно новая. Если раньше можно было лицезреть кучу каких-то самых разнообразных ракурсов, порой в экшн-сценах тоже была быстрая склейка, то теперь все демонстрируется в одной сцене вот за один дубль. Там камера облетает персонажей, зумируется как-то, вот, но именно в один дубль практически все. Угу. И что я подметил моментально, и это действительно оправдалось в итоге, что Биг Босс неразговорчивый абсолютно, то есть он практически молчал, по-моему, все это время, что они вели этот как бы монолог, получается. И впоследствии Кодзима сказал, что когда ему задали такой смешной вопрос, кого бы он хотел сыграть в кино, он ответил «Безумного Макса». Из второй части, говорит, не из третьего, но правильно, третья была провалом, на мой взгляд. И, видимо, Кодзима со мной согласен. Потому что, говорит... Он немногословен, но он способен, Мел Гибсон способен своей типа харизмой рассказывать историю своим лицом, своими эмоциями, глазами, вот, но он немногословен при этом. И именно вот этот вопрос подошел к контексту этого ролика, потому что он сказал, даже подтвердил, что я попытался эту персоналию как бы немножечко приклеить или перевести на Биг Босса. Он сделал его более таким серьезным и немногословным.
Вот. И это сразу почему-то у меня в контрасте, я это заметил, да. И, ну, постановка, опять же, великолепна абсолютно. Хотя вроде в сцене ничего такого не происходит, никто никого не убивает, никаких взрывов. Ты просто смотришь на картинку, как все это тебе показывается, и тебе уже этого достаточно, ты весь там, да. Это потрясающе, конечно. Что еще, я думаю, можно сказать по поводу этой игры? Четвертую стену, опять же, очень много ломает этот ролик. Например, мне понравилось, когда они с помощью бинокля посмотрели на точку, и там такой баннер, и типа E3 презентация начиналась с этой точки. Помните, да, этот момент? Да, проходилось на этой точке, я так думаю. Да, начиналось оттуда, да, я имею в виду. Да, помню. Ну, кстати, это по поводу Кифера Сазерда, я надеюсь, что действительно Кодзима так делает, чтобы как-то по-новому преподнести характер Биг Босса. Ну, время прошло, соответственно, человек поменялся. С другой стороны, у меня некое подозрение, что Кифер Сазерден тупо дорогой и поэтому мало говорит. Надеюсь, что это не так и действительно Кодзима. Я вообще не очень понимаю, кстати, замену озвучку от Хейтер на Сазерленда. Я вот как раз хотел бы, ну, мне Хитсосина я знаю, но ты можешь его сказать для подкаста, а вообще я бы хотел вас троих мнение услышать по поводу этой замены, вызвало ли оно у вас какие-то сильные эмоции и так далее. Ну, что я могу сказать по поводу замены озвучки? Озвучка хорошая, ничего не могу сказать, но все-таки непривычно было слышать Сазерленда вместо Хейтера. То есть хочется вот это вот, вот это вот услышать, да, хейтерское, то есть Metal Gear, it can't be, там, да? Что-то в этом роде, но учитывая то, что Big Boss стал более серьезным, видимо, замена озвучки была более-менее оправдана. Хотя можно было, не знаю, сделать так, то, что, например, у него после, я так понял, комы, которую он пролежал 9 лет, я могу что-то перепутать. Не мог там, не знаю, голос измениться из-за каких-либо травм. Ну, это не в коме дело. Все-таки он Гранд Зироус тоже Кифером говорит. Ну, это да. В принципе, можно было реализовать так, чтобы у Гранд Зироус он говорил как по-хейтеровски, а потом The Phantom Pain уже как в озвучке Сазерленда. Настоящий наркомания. Кифер по умолчанию, короче, да? Ну, вообще у меня было так. Когда узнал, расстроился, но услышал его и подумал, ну, а что, такому боли уже... Постаревшему Биг Боссу голос, по-моему, очень подходит. Ну, просто после Peace Walker, Ground Zeroes проходит через год после этих событий, если не меньше. Поэтому странно видеть то, что Биг Босс за один год как-то постарел. У него все-таки не было ускоренного старения, как у Solid Snake ну в четвертой части. Лично я хочу сказать, я обожаю голос Дэйда Хейтера, я обожаю то, как он преподнес образ Снейка и Биг Босса в третьей части. На мой взгляд, это такая же марка, вот это вот, знаете, или тег, так скажем, вот этой серии, как и любая другая фича из этой серии. То есть голос — это фирменная штука, да? Окей. Но у меня не было никакого Бадхёрта, если честно. И получилось так, что... Я посмотрел трейлер и только потом узнал, что заменили голос, да? Но я сразу увидел эту замену, услышал, то есть у меня не было никаких предубеждений, типа, они заменили Хейтера, гады, я все буду, любая озвучка для меня говно. То есть я просто неожиданно услышал другой голос, но этот голос был крутой, и мне понравилось, как он звучит, и мне кажется, он подходит этому образу. И для меня, в принципе, нет вот этого вот тотального непонимания. Это все ломает, типа, вот как некоторые вот в этих самых пабликах строчат. Я согласен, по сути, такие же эмоции были. Вроде бы обидно было, но вот услышал его нормально, ничего не раздражает, тоже подходит. Тоже хороший актер, никакой там хрен с горы. Captivating, ха? Да. Ну да, в принципе, товарищ Кодзима человек грамотный. Я думаю, то, что он знал, на что идет, когда менял озвучку. Нет, Кодзима вообще молодец. Он сам по-английски не говорит, потому что, видимо, не очень может, не очень у него получается. Он может, судя по интервью. Он может, но не хочет. Он понимает, но, видимо, у него то ли акцент такой хреновый, то ли еще что-то. Я даже видел интервью, где он разговаривал на языке, он, в принципе, мне кажется, не хуже этого переводчика разговаривает, который там немножечко фейлил, я так скажу, и немного тормозил. Он очень вспотел, то есть вот показывали камеру близко, он очень волновался, наверное, потому что там народа много сидело, все-таки это такое... Да и работа переводчика все-таки тоже тебе не хрен с горы, так скажем. Да,
хотел. Да, Кодзима-сан рядом сидит, и, конечно же, любовь замокнет, как проститутка в монастыре, как говорил Макс Пейн из третьей части. Как говорил Салли еще из Анчартеда, тоже была такая фраза у него. Да, вроде да, тоже было это. По-моему, сказал, второй, да? Да, да, он сказал, я взмок как шлюха на месте. А Дрэк отвечает, зачем водить шлюх на мессу? Ну, в общем, так, я сбился с мысли. А, ну да, про эту всю конференцию и волнение этого переводчика. Я думаю, ему было круто примерять на себя роль Кодзимы, ведь когда он переводил, он говорил все время «я», то есть как типа, как Кодзима говорит «я». Я думаю, он немного себя почувствовал даже Кодзимой к концу этой конференции. Вообще, кстати, уважение к Кодзиме просыпается за то, что вот он на такой конференции, он не стал говорить на чужом языке, он все говорил на своем. И у него вот рядом этот был переводчик, который пусть и путался, но все-таки переводил. Это все-таки какое-то, не знаю, какую-то атмосферу создавало. Я согласен. Мне нравилось слышать японские Кодзимы. Мне не хотелось слышать ломаную речь, которую он бы ограничивал свою мысль, да? Потому что когда ты не очень хорошо говоришь, ты ограничиваешься какими-то базовыми словами, базовыми фразами. Мне хотелось, ну хотя я не знаю, как переводчик, в стопроцентной ли красоте он перенес все его мысли, не знаю. Но в любом случае Кодзима говорил очень долго. Я думаю, это связано с тем, что, видимо, японский язык просто он так длиннее, да, получается. Потому что Кодзима, мне кажется, говорил больше, чем переводил переводчик. Ну, ты видел японские иероглифы? Они явно больше, куда больше, чем все остальные слова. Опять же, по-моему, в одном иероглифе и слова. Там несколько слов, действительно, да. Поэтому, ну, говорил, да, много. Но нужно же все это уместить правильно, поэтому недаром переводчик волновался за передачу правильного смысла, так сказать, чтобы не ошибиться. Кодзима, кстати, по-моему, вообще не стареет. То есть, я не знаю. А вот я всегда такая предрасположенность. Они сначала вроде всегда молодые, а потом уже хоп. Хоп, стареет. Усы так. Учитель из этого Kill Bill, да, там. Хотя он, по-моему, был не японец. Ну ладно, неважно. А, да. В любом случае, мне понравилась вся эта конференция. То есть это такая была теплая беседа, на мой взгляд. Никаких понтов, знаете, вот как выходит на некоторую конференцию какой-нибудь мужик и начинает хуйню нести, обещать заоблачные горы. Что вам за понтами? Нет. EA, не да. Microsoft. У нас новый спортивный симулятор, уникальный игровой экспириенс. Настолько уникальный, что мы делаем одну и ту же игру, вот уже 10 лет подряд, но он все равно уникальный, больше, да? Каждый год мы будем вам обещать, что это лучшая игра. У меня, кстати, была очень скучная конференция. Мне только Sims понравился, и неплохая батла была. Да, есть. Нормально, кстати, неплохая. Sims — это давняя тема у меня. Игра тысячи возможностей, лулзов. И просто куча спортивных игр. И я в свое время в этой игре проводил целые дни, помню, это была наркомания настоящая. По поводу лузов, кстати, Кодзимы, мы как видим, судя по коробке и всему прочему, глупые шуточки останутся, но это сам Кодзима еще до этого подтверждал, что много подобного будет. Мне, кстати, типа бабы на картонке. Интересно, в МГС-3, не знаю, знали ли вы это или нет, в том моменте, когда вы с Евой спасаетесь, там, бежите от джунглей, от патрулей, и в какой-то момент она ранена, и она медленно ходит, вы ее прикрываете, отстрелитесь. Да. Во-первых, ее можно вырубить в этот момент транквилизатором, просто тащить за собой. Да. Во-вторых, там есть лужа с грязьми, и если ее там повозить, у нее волосы испачкаются. Меня этот прикол очень доставлял. Я такой подумал, вот лошадь срать умеет. Вот представьте, вы вытаскиваете каза, кладете под лошадь и срете на него. Мне интересно, испачкается или нет. Уже хочет это проверить. Я думаю, это уже раздолье для возможности поиска деталей, причем здесь открытый мир, да, я думаю, конечно, можно... Я и в Ганзирусе еще обнаружил, что можно C4 лепить также на людей, бегаешь там с человеком заминированным, кидаешь его, взрываешь там. Простор для творчества на самом деле очень большой, всегда в МГС был. Ну, учитывая то, что на презентации взорвали вертолет путем минирования джипа и поднятием его Falcon Recovery, я думаю, там, не знаю... Можно на задницу налепить C4, а она срать потом не сможет. Нет, налепить на задницу C4... Хорошая идея, а на барана, если C4 налепить, тоже надо проверять все. Да, надо. Запускаешь тут барана, он взрывается, ошметки везде, вертолет падает, кошмар. Вот в плане человек, который выжил, после этого у него фобия на баранов. Действительно. Страшная боязнь барана. Бараны-террористы.
Паранофобия. Насчет ошметков я хотел, кстати, затронуть вопрос. Многократно в разных роликах под Phantom Pain показано, как ты вырубаешь людей транквилизатором в лицо в слоумо, да? И при этом никаких абсолютно следов на лице нет. И учитывая, что эта игра такого уже высокого технологического уровня, тут задаешься вопросом, либо они хотели избежать излишней какой-то кровавости, все-таки в лицо человеку стреляешь, либо я не знаю, чем это объяснить. Лично меня немножечко это напрягло, потому что это смотрится как минимум странно. В игре создателя Коджимы, который... Создатель Коджимы, я сказал, как будто мы какая-то секта обожествляем этого человека. Я думаю, до этого скоро дойдет. Коджима-сан, Коджима-сан. Да. Вот. Человека, который все время забивает свою игру такими деталями, до которых некоторые могут не докопаться через 10 лет. Нет такой детали, как дротик, который втыкается в лицо. В третьей части он был. В прологе я его замечал. Вот точно не помню, но вроде бы видел. Ну вот. По поводу лица не знаю, но в заднице, вроде, если там палишь по телу, вроде они остаются. Вот лицо именно. Может быть, это просто техническая демка. Главное стоять хедшоты из огнестрельного, потому что там большие дырищи довольно образовываются, очень такой хлюпающий звук раищи. Это замечательно, вот это я всегда приветствую. Да, это я заметил в Phantom Pain, то, что когда Снейк стреляет по врагам, такая река крови сразу брызгается. Как замечательно. Вы смотрели, думаю, расширенный трейлер, Red Band трейлер, самый последний, под песню «Нуклеар», где в конце еще после титров показывали, как он расстреливает там пару охранников. Да, да, смотрели. Я вроде не видел. Я не видел, я видел только вот 4-минутный. И трейлер великолепный просто. Так. Да, я видел самый первый, где Garbage, по-моему, группа замечательную песню запили. Или, может, не Garbage, не знаю. Да, там We Garbage. Are Another Kind of People. Oh. Потом еще, по-моему, она перемежается в такую более драматическую, когда-то вот это вот начинается песня. И шикарный и вот... троллер причем еще. Да. Смотрели троллер по МГС? Троллер? Да, фанатское есть видео от тех же чуваков, что делают честные трейлеры и прочее. Вот это... Они сделали троллер на МГС. Просто шикарная вещь, продолжать посмотреть можно. Не знаю, я подписан на этих людей, которые делают Honest Trailers, но они, не знаю, я почему-то у них, наверное, пропустил. Обязательно не знаю. Посмотрю, как будет возможность. Троллер — это замечательно. Это потрясающе. Да. Но вообще детали, вот опять же, дротики вроде бы замечал, и даже если на лицо не распространяется, я думаю, это ничего. Главное, что глобальных деталей по-прежнему много. Безусловно, безусловно. Ну, я думаю, не будут такие детали, то, что я попал дротиком в глаз, и человек вместо того, чтобы уснуть, сдохнет. Да. А это было бы круто, на самом деле. Это было бы круто, но, блин, это бы нервировало меня. Потому что ты сюда попадаешь в глаз? Уже есть. Мало ли. Садись. Например, мне очень доставило на презентации, что когда они говорили с Оцелотом, он сказал, что есть 3 дня, чтобы вытащить Каза. Я сначала на это не обращал внимания и вот думал, а вот есть в игре Сигара, который мотает время, а еще как сюжет тогда будет развиваться? Как оказывается, они уяснили, вот есть 3 дня, значит, ты не более чем 3 дня можешь промотать. И мне эта деталь очень понравилась. Потому что я до этого себе это представлял как. Вот есть сигара, мотаешь время, там тебе кто-то говорит, давай, скоро встретимся, вон там за углом поговорим. И ты такой неделю куришь такой. Я, кстати, не отказался бы от такой фантомной сигары. Иногда она необходима, там, что часок-два ждать. Вот у Кафмана была, кстати, проблема. Он ждал Ви и себя заморозил. Я бы прямо сейчас ее закурил, чтобы очнуться на дне релиза The Evil Within, который я жду ужасно сильно. Ну, а прикинь, ты просыпаешься, ты не оплатил кучу. Тебя уволили с работы, да. Тебя нет квартиры. Я печать от 5, Evil Within особо не жду, к счастью. Ну, ты такой, о, перезапуск МГС. Какой кошмар. Что ты говорил сейчас только что? Я говорю, вот ты куришь сигару и не замечаешь то, что время проходит. Он хоп, о, перезапуск МГС уже. Какой кошмар. Нет, я уму хотел что-то про Evil Within сказал. Evil Within жду, но теперь уже не так сильно, потому что PT очень сильно впечатлило, теперь уже жду больше Silent Hill. Ну, я думаю, тебе не стоит сейчас переключаться на PT, потому что, судя по всему, раньше 17-го, мне кажется, мы его не увидим. Хотя все может быть, но не знаю.
зависит от того, когда МГС доделает. Нет, ну суть на самом деле просто уяснить, что вот это все равно будут разные игры абсолютно. И поиграть стоит в обе, да? Стоит ждать новый Silent Hill и, безусловно, поиграть Devil Within, потому что проекты, я думаю, все равно будут очень качественными. Несмотря... Если не играть в это, то можно не играть в игры вообще, ибо как бы... Вот. Но, да, не будем сейчас немножко углубляться в пяти. Давайте все-таки еще что-либо затронем касательно МГС Phantom Pain. Например, мне понравился этот момент с бараном, который мы вроде уже затрагивали. Там была стая волков, ты его спасаешь. Это было забавно, на мой взгляд. И это была юмористическая вставка в чем-то. И я бы хотел затронуть тему юмора. И... Мух ее уже затрагивал, но я бы хотел именно затронуть тот аспект, что вот серьезность игры, да, и юмор, все-таки не переборщили ли они с ним. Да, коробки можно, в принципе, игнорировать, но, опять же, джип, подскальзывающийся на говне, то есть это очень весело, конечно, но как вы это, к этому относитесь? Может ли от этого пострадать серьезность игры и вообще вот этот концепт серьезной игры, то есть, как вы считаете? Я думаю, нет, потому что в серии Metal Gear Solid всегда было, мне кажется, полно всяких забавных моментов, что в первой, что во второй, что в третьей, что в четвертой части. В четвертой части можно затронуть того же Акибу, например. Аба, все время обсирающегося? Ну да. Во втором МГСе вообще был момент с дрочкой и голым Райденом. Эти имена вроде глубокой глотки, вот эти вот. Да, это Deep Throat, поэтому... Да, я думаю, люди уже привыкли к морю юмора в этой серьезной игре, которую они все время представляют. А в итоге, когда ты проходишь, ты понимаешь, что там юмора... Может, не больше, но и приличное количество, как, например, в той же GTA 5. Но GTA 5 все-таки рассчитана на то, чтобы она была какая-то не особо серьезная и более стереотипная. А Metal Gear Solid все-таки нацелена на такой серьезный стел, серьезный сюжет, вообще все серьезные, тем не менее имеющие гору забавных моментов. Абсолютно, да, нелепых. Не коснется качества совершенно. Юмор, наоборот, добавляет МГС особого очарования, потому что его много, еще не каждый секрет сможешь найти при первом прохождении, потому что другим, как прежде всего, при сюжетном прохождении занят всегда. Это, наоборот, дает плюсы, появляется какое-то особое очарование, что автор, вот он сделал это просто с душой, потому что если с серьезным лицом таким делать только пафос и прочее, я думаю, это тогда бы в сердце так сильно не запало. Как, например, возможность перепройти МГС-2 и в тот момент, когда ИИ идет у нас над водой по трубе, лазерным микрофоном послушать то, что у нас происходит за одной из платформ. И там можно услышать, например, Джонни того же Акиба, что он и туда добрался. Наоборот, добавляет шарма. Я затронул эту тему в том смысле, что да, многие, то есть, нет, все любят юмор МГС, и они уже давно смирились с тем, что в этой серьезности всегда будут такие шутки. Но я просто вижу вот этого человека, который будет для себя проводить линию в плане того, насколько можно шутить, чтобы не коснуться реализма. То есть, например, взять ту же коробку, да? То, что мы увидели, это уже полностью рубит, можно сказать, реализм в том плане, что когда ты ставишь эту коробку, совершенно очевидно из-под нее вылазишь, и ты находишься в поле зрения этого чувака, который смотрит на картонную девушку в розах, и я вижу этого человека, который будет говорить: да ебаный в рот, это невозможно, это все рушит, то есть, да, вот, то есть, окей, раньше ты засел в коробку, ты ей закрыт, тебя как бы не видно, это хоть как-то логикой объяснялось, да, при том, что это было абсурдно. Здесь же, я думаю, Кодзима уже вот эту черту пересек, когда уже такой абсурд, который уже не дружит с реальностью никак вообще. Вот. На самом деле, коробка в этом плане совсем не опасна, даже для новичков, которые только хотят с МГСом познакомиться, все-таки это совсем второстепенный элемент, хоть и классический, в каждой игре он был, тем не менее, никто пользоваться не заставляет, кради, перекатываясь сколько угодно. Единственное, что может у серьезного человека вызвать такой диссонанс, чтобы он похлопал глазами, я считаю, это как раз-таки все-таки Фултон.
все-таки ту же коробку ты можешь совершенно не применять и никак из этого не пострадать. Ну, безусловно, безусловно. А тут он из-за того, что на ней основана вся прокачка базы, придется все-таки применять, и когда ты крадешься тихо, стараешься не шуметь, и кто-то с визгом взлетает на воздушном шарике, а над базой противника вертолеты, так, там, самолеты без всякого палева для противника прилетают, это действительно это рушит место. С таким громом, да. Но они Фултон не просто так включили, потому что я человек, который проходил Portable Ops, и там тоже нужно было вербовать народ. И для этого приходилось нейтрализовать противника, потом его тащить до грузовика, который находится в начале карты. А это очень утомительно, и это очень нудно и очень долго. Поэтому то, по что они добавили... Grand Zero все-таки могли оставить, чтобы мы их дотащили до вертолета, потому что в Grand Zero ты не берешь его за ноги, вот так волочишь, ты его, как Сэм Фишер, на спину кладешь, и при этом немедленно двигаешься, а можешь прям с ускорением бежать прям... Ну, как настоящий командос, естественно. Да, не быстро. Это бежишь. Понятно. Во-первых, ты все равно задолбаешь так делать. Во-вторых, в Phantom Pain вряд ли будет всегда возможность иметь вертолет под рукой, который будет ждать, когда ты завербуешь... один десяток противников. Ну вот в плане Фултона я знаю, что очень многим это припекло задницу, когда он впервые появился. То есть что это безобразие? Там же есть ограничители, кстати, насколько мне известно, которые вроде бы ограничивают использование. Я видел презентации, что когда он использовал Фултон, у него что-то там убавлялось, минус да, тысяча чего-то. Возможно, есть действительно какой-то минус ограничитель. Минус тысяча Фултона. Тогда это будет хорошо. Там DP уменьшается, то есть как в... DP это очки прокачки, можно сказать. То есть за эти очки ты мог... Дребен Пойнтс, что ли? Ну, Дребен, ну, Дребен, я думаю, ну да, напоминает Дребен Пойнтс. Ну, Дребен Пойнтс, я имею в виду Пис Волкера. Там тоже эти были некоторые очки. Я просто точно не помню, как они называются. На эти очки ты прокачиваешь оружие. Ты прибавляешь новое оружие. И оно как бы тебя штрафует, да, ну, за использование? Да, получается так. Если в Peace Walker у тебя было ограниченное количество этого Фултона, то есть где-то сначала появляется 7, а потом при прокачке все больше и больше на одно, то вот в Phantom Pain решили поступить иначе, благо открытый мир, возможностей больше, а иметь там всего 15 Фултонов, это как-то не очень удобно, потому что народу много, и для твоей базы нужно очень много народа. И поэтому тут трудно сказать, правильно ли это все. Поэтому мне кажется, правильно. Тут придется выбирать между овцой или там, допустим, какой-то машиной или обычным наемником, раз это все будет ограничено. Это или неплохо, каким-нибудь авианосцем. Да. Там, я не знаю. Авианосец. Надеюсь, что парашют. Так все-таки, да, да. А по поводу людей, если уж раздражает, что мимо базы... Ну, я думаю, не будет слишком критично, если ты несколько человек пропустишь. Опять же, все-таки влияет на основном, я думаю, на вооружение будет, которое не для всех далеко будет нужно. Uh-huh. Понтовый автомат и прочее. Я, например, для себя решил, что чтобы особо мне это не доставляло неудобств, что буду тырить врагов где-нибудь не на территории базы, а, допустим, те, которые встречаются просто на пути к чему-либо. Допустим, как вот пара солдат, которых он в первой демонстрации вырубил там... Ну, вы помните, при подходе к базе в самом начале. Да, или когда вырубил посылку с вертолета на одного человека. Да, опять же, прикольная фишка очередная. Многим припекло, когда, по-моему, в первой демонстрации, вот в этой, освобождение этого парня в оранжевом комбинезоне, я не проходил, да, Peace Walker, я не знаю, кто он, я его там... мельком видел, но суть не в этом. Многим припекло, когда, по-моему, там был один момент, когда Биг Босс взял одного охранника, кинул в другого и обоих таким образом вырубил. Многие сказали, это антиреалистично. Да, многие сказали, это антиреалистично, это не просто, ужасно. Да, там такая функция есть. Ну, в Metal Gear Solid 5, в принципе, очень много чего нереалистично. Например, тот же Android, но это так, это мелочи. Ну, теперь можно замедлять время и за это время успеть устранить врага, что облегчает прохождение. Плюс можно отмечать врагов, которых можно видеть сквозь стены тоже. По-моему, немного отзаливает игру. Вот эта данная функция вызвала у меня немного скептицизм. Но опять же, ты можешь ее не использовать. Ну да, как пожалуйста. Хватание противника. Нет, именно помечение, и оно постоянно активное, то есть ты всегда видишь, где они. Ну да, то есть ну, ты, так же, принципе... как в Хитмане можно такое лирическое отступление не использовать вообще инстинкт, только для того, чтобы прикрыть свой маскировку. Не,
Да, ну это в принципе то же самое, что в первом Metal Gear Solid, когда на радаре ты видел всех противников. Солитон? Их, да, их поле зрения. Ты все это видел. Ну да, в принципе. То же самое. Да, да, там, да, отмечать самое. При этом не обязательно, но при, да, этом, да, ты сам, опять же, не играл в Grand Zeroes, и поверь, это очень нужная функция. Потому что, ну да, респаун врагов есть, когда ты убиваешь их, да, большое количество, у тебя там приходят новые всегда. Ну, то есть пройти игру чистым мясом, все вырезать нельзя будет, тебе нужно будет отступить, где-то спрятаться, и будет тогда подкрепление спавниться. Но если ты проходишь стелсом, то все патрули, то у тебя тогда не будет появляться новых патрулей, и все, что ты видишь на карте, но в реальном времени будет менять патрули, будут тебя выслеживать, ездить на джипах. И в эти моменты вот эта отметка очень полезна, потому что ты сможешь единственно смотреть на карту, видеть, куда они перемещаются. В общем, это действительно полезная функция, надо, думаю, поиграть, чтобы понять. Ну, это понятно. То есть не оказуаливает, это прям в открытом мире, это то, что нужно. Ну вот, это помогает. Да, видимо, из-за того, что механика игры поменялась, механика игры, которой, у которой появился открытый мир, все-таки это функционально. Само собой, в коридорном смысле это было бы странно, действительно. И так у тебя небольшое пространство, можно запомнить, где пара чуваков ходит, а тут, когда сейчас сразу два десятка где-то бродит по карте, а кто-то на вышке, кто-то ездит на джипе, кто-то возле зенитки стоит, это очень важно знать. Ну, я думаю, сейчас, да, важно, ну, во всяком случае, желательно не рубить с плеча, то есть пока не поиграл, действительно не осуждать за игру за что-либо, да, из таких вот моментов геймплейных. Думаю, да, стоит попробовать. Осуждать по этому поводу нужно все-таки. Ну да, подметить, конечно, да, но не рубить с плеча при этом. Не говорить, Кодзима окузуряливает, он не торт, все и так далее. Это понятно. Да, там был уникальный, на самом деле, момент вот с этим, когда Биг Босс прокрадывается, значит, по этому лагерю, пытается пробраться просто по нему, и просто внезапно приезжает машина, собственно, приходят из нее новые люди, и ты уже думаешь, что бы с ними сделать. То есть это хороший элемент, когда вот привычную схему вот этих всех охранников, которые ходят по определенным точкам, разбавляет еще абсолютно неизвестные тебе люди, которых ты до этого просто не видел и не мог подумать, что они вот сейчас появятся и как-то испортят весь твой план. Поэтому это хорошо. Это такой элемент реализма, на самом деле, сильный, потому что, да, и это заставляет тебя импровизировать, а это очень круто, на мой взгляд, импровизировать. Ну да, кстати, я что заметил, я когда смотрел E3 презентацию, точнее, видео геймплея, то вот эти два человека, на которых он усадил, стояли здесь, а вот когда была презентация на Gamescom, да, то они уже были на джипе, куда-то направлялись. То есть я так понимаю, то, что каждый раз, когда мы будем перепроходить, враги будут находиться все время немного в других точках. То есть помнится будут немного по-разному. Или я неправильно очень понимаю. Ну, вообще, я так понял, это очень динамичная среда будет, и она будет меняться в соответствии с твоим стилем прохождения. Она будет адаптироваться, там же была информация насчет касса, которые появляются. Вот эти касы, да, каски, маски, вся эта защита, в зависимости от того, куда ты предпочитаешь стрелять, из транквилизатора даже, как ты предпочитаешь вырубать противников. Это очень клево, потому что игра сможет предложить тебе сразу за одно прохождение несколько каких-то развилок, которые тебе нужно сделать. И ну и вообще, я считаю, это яркий пример того, что ты, когда ты находишь себе, так скажем, удобную комнатку, игра просто приходит и вытягивает тебя оттуда. Угу, да. И говорит, давай-ка, блядь, по-разному. Ты не можешь как бы вот эти паттерны постоянно использовать и просто кататься в масле. Это напоминает Diablo 3, когда локация каждое разное прохождение, оно меняется до неузнаваемости. Я думаю, все-таки до неузнаваемости ничего меняться не будет. Какие-то ограничения, какие-то скриптовые ситуации вроде джипов и прочего будут. Но да, например, те же каски очень порадовали. Подобные изменения, я считаю, да, действительно очень хорошие. Да, ну каски были, я помню, и в Peace Walker, то, что если ты в них попадешь, она отлетит. Но в данном случае из-за того, что транквилизатор не имеет огромной мощности при стрельбе, она просто отскочила от каски. Ну и ремешок, наверное, был крепко закреплен, да, просто у солдата, возможно, на подбородке. Да. И он был готов, в общем, да. Его предупредили, что где-то здесь ходит Биг Босс, у которого рога теперь растут. Кстати, об этом, да, вот. Я, к сожалению, сейчас точно не помню историю вот этого осколка. Это, по-моему, осколок чего это у него в голове? Я думаю, осколок вертолета.
после финала пролога. Да, скорее всего, это так, действительно. Вот. Есть, конечно, фанатская теория безумная, что главный герой, у него поэтому и голос другой, и все остальное, потому что на самом деле это Грей Фокс. Вы сможете найти в интернете. На полном серьезе есть такая теория. Ну, не думаю, на самом деле. Это уж совсем, по-моему, зашквар какой-то. Это настолько СПГ, что даже, возможно, это может быть просто... Это такой СПГ-сепшн, да? Да, да. Это такой Кодзима, который может быть настолько внезапным, что это действительно теория может жить. То есть ты прошел такой фантом? Таким внезапным, что вот нам показывают вот это демо в Афганистане, а потом игра выйдет, а мы первый уровень пройдем в Афганистане, спасем Каза, а потом вся игра за... А ребенка Райдена там вот этот белорусского будет. Нет, который познает. Не за ребенка Райдена, не знаю, а за того же Каза. Будем ходить, прыгать на одной ноге и пытаться сделать что-то с Стелсом. Новый Стелс там. Или геймплей за лошадь, например, тоже чем не Стелс можно сделать. Да, и выйдет как дополнительный контент, который будет продаваться отдельно за 1400 рублей. И типа только на PlayStation 4. Вот симулятор на движке Fox Engine, да, такой? Да. То есть ходишь по базам, срёшь, там, везде, там, солдаты в панике от этого. Подскальзываются. Приспосабливаются к твоему дерьму, одевают противогазы, там, и так далее. Говнотопы всякие, там. А потом появляется главный босс Вован. Молодец. Ну, это для тех, кто лук читает. Ну, да, я не в теме. Я еще думаю по поводу героев из третьей части. В первом трейлере под Гарбич, в момент госпиталя, когда открывается там доля двери лифта, то и просто в проходе стоял горящий мужик, который потом на коне скакал. Лично мне он очень сильно по фигуре напоминает Волгина. Да, это абсолютно. Даже думаю, вот, возможно ли возвращение просто коматозные глюки у Биг Босса. Я хотел бы увидеть Еву в пятой части. Очень бы хотел. Я думаю, мы ее увидим, кстати. Мне так возможно, будет какое-то взаимодействие. Я вот забыл по истории, кто находит Еву в итоге, Оцелот или все-таки Биг Босс вместе с Оцелотом уже? Находит в плане? Ну, когда она же была движение организовали, об этом еще в финале МГС-4 сам Биг Босс появляется на кладбище, рассказывает, что там нашли Еву, вот не помню, это все при Биг Боссе были, наверное, все-таки при нем. Да, при Биг Боссе это все было, по-моему, они вместе разработали. Только Зира была отдельно, да, в итоге отделился, а всех остальных вместе собрали, да? Ну, еще, кстати, я что заметил, вот в том трейлере, в прошлогоднем длинном, где еще поет Sins of the Father, там есть один кадр, когда на человека в противогазе светит вертолет. Он мне очень дико напомнил Psycho Mantis'а. Прям вот. Да, тоже та же история. Очень, если он будет, я просто буду писаться отчасти. 10 из 10. Потому что это один из самых моих любимых боссов первой части. Настолько миметичный персонаж, что просто в четвертой части, когда на него отсылки сделали вот это вот. О, у тебя нет мемори карты. Да, когда я положил джойстик. Я как щеночек вижу. Vibration is back! Да. Да. О, у тебя нет мемори карты. Если Psycho Mantis будет в Metal Gear Solid 5, я думаю, для PS4 будет специально, возможно, для Psycho Mantis менять цвет лампочки на геймпаде. Или говорить будет из динамика что-нибудь. Да, кстати. Эволюция шутки такая, да? Ты отбрасываешь джойстик такой, что за дерьмо, почему это разговаривает? Магия. Ну, благодаря взаимодействию сейчас с игроком, это только может не быть. Да, потом из телевизора выходит Хидео Кодзима. И начинает с тобой там разговаривать. А после этого у меня инфаркт, он уходит обратно. Это идеально. Как Гомер в траву уходил. Я бы хотел так умереть, идеальная смерть. От сердечного приступа. Ну ладно, мы увлеклись шутками. Не смешными. Смешные шутки абсолютно. Да. По презентации есть что у кого еще сказать? Я имею в виду именно афганистанский ролик. Афганистанский ролик. А мне, да. Какой еще будет польский ролик?
Да, нет, ну, в общем... Там все действия только в Афганистане. Меня вот интересует конечное место действия. Вся ли игра будет проходить, по сути, на Mother Base и, например, в Афганистане? Или все-таки нам в случае, как в свое время, в МГС-4? Если помните, по МГС-4 была такая рекламная кампания, что показывали всегда в трейлерах только первый акт. Да. Всем понравилось, круто, а потом вот оказалось, что вообще опять адски обманули, и там еще, собственно, каждый акт разная местность была. Вряд ли только Афганистан будет. У меня разрывало мозг каждый раз, когда я вроде проходил игру, потом запускалась другая установка, и там был другой акт, и все было по-другому, то есть уже и как-то... Вот это разрывало мозг, что игра постоянно доустанавливалась. Я такой, и еще Снэйк курит, и тебе при этом... У меня Legacy Collection, я установился сразу. У меня вот так было. У меня тоже Legacy. Вот, и Снэйк каждый раз курил, и тебе... Стоп. Legacy — это где все вместе? Да. Нет, у меня этот... юбилейное издание МГС-4 отдельное. Где еще Который трофей Edition. То есть там трофей можно получать за... Ну, трофей Edition давно уже выпускали, но здесь, да, сразу трофей и патч, еще идет постер сразу. Интересно. Вот Legacy, я прям проходил от первой до четвертой части. Точнее, правда, я первую прошел полгода назад, начал со второй. Но у меня были неизгладимые впечатления. А когда я в четвертой части попал в Shadow Moses, я там чуть слезу не пролил, особенно эта музыка. Эти вот флешбеки с голосами, да, у меня просто мурашки по коже были. Мне на Shadow Moses понравилась часть, где такая шутка по гранату, если кто-нибудь находил. Там периодически на Shadow Moses в этом акте можно связываться с Таконом по кодеку. Вообще, если во всей игре четвертой, мы сами знаем, кодек сильно порезали весьма. Кстати, в Phantom Pain будет так же. Там Ground Zeroes то же самое. Нажимаешь просто на кнопочку, тебе какой-нибудь совет, подсказку дает, и все. Это как это еще с этого... С Peace Walker появилось. Да, по сути, как в Peace Walker. Я когда увидел то, что кодек практически не используется... Вы сейчас вдвоем говорите одновременно, кто-нибудь уберите, что хочу сказать. Ну, в общем, я хочу сказать, что я был немного даже разочарован, когда увидел в Писфолкере полностью урезанный кодек. То, что ты нажимаешь вроде на кодек, а тебе каз дает, не знаю, из двух слов какой-то совет. Снэйк, прыгай на грибы. Так, ребята, залази, я правильно понимаю, то, что вот в этом спин-оффе, который слэшер, кодек сделан лучше, чем в Писфолкере, да? Да. Это невероятно. Rising Revengeance? Да, потому что кодек там действительно занятный, там тоже поболтать можно, позвонить разным людям, и они все... Но суть в том, что эти люди, они все скучные и стереотипные, вообще говно. Не знаю, мне не понравилось. После того, как я прошел Metal Gear Solid, Revengeance было это плохо. Я просто даже включать не собираю. Это... Нет, ты можешь его поиграть как слэшер? Ну да, но... Драйвовый, под музычку японскую, вот эту рок, да? А, только, можно. Только относить ее к серии Metal Gear Solid не хочется совсем. Ни в коем случае. Это спин-офф, ребят, это... У меня с этим никогда проблем не было. Они же не объявляют, что это официальное продолжение. Проект соединил с семьей и пошел людей рубить везде. Да, правда, я не знаю, почему Кодзима решил именно другому разработчику дать эту возможность разработать игру. Это же Platinum Games, авторы Bayonetta. Это понятно. Да, я слэшер сделали лучше, чем Кодзима. То есть Кодзима... Я понимаю. Нет, но они умеют делать вот эти вот динамичные, огромные, больше, чем жизни, вот эти экшены, слэшеры, да. Единственное, чем меня, конечно, убило, это то, что они использовали свой старый древний движок, который очень сильно ударил по физике, по картинке. Физики там вообще почти нет в этой игре. Потому что то, что мы видели в 2009, по-моему, было потрясающе, на мой взгляд. Это было все на дышке Фокс. Арбузики резали туда-сюда. Это было так охрененно, что я это ждал как второе пришествие. Нет, я не жду второго пришествия Христа, но вы поняли. А, вот. А,
то, что я увидел в итоге, меня совсем не порадовало в плане физики. Это были картонные окружения абсолютно, пластмассовые. Это все понятно, но до этого уже все-таки анонсировали Metal Gear Solid Rising, когда именно Кодзима все это разрабатывал. И тот тизер, который они показали. Но он не смог соединить эстетику Solid с Ураганом Экшн, который... Давайте просто остановимся на этом, на самом деле. Спин-офф, хороший спин-офф. Да, я думаю, он даже не... Действительно стоит поиграть. Углубляться не стоит, да. Да, просто поиграйте, посмотрите, игра действительно хорошая, хороший спин-офф. К основной серии отношений имеет мало, но... Поселиться можно, поселиться безусловно, можно, тут я не спорю. Поэтому, да, поиграть. Так, ну, в плане этого, я думаю, мы из афганистанского ролика, по-моему, все высыли, да, чем можно там? То есть, что там еще было-то? Ничего такого вроде больше не было показано. Но можно сказать, конечно, что игра выглядит просто невероятно. Это потрясающая картинка, которая заставляет меня копить на PS4 и только тогда поиграть, а не брать на PS3 и вот... эту недоделанную картинку смотреть. Хотя я никогда не гонялся за графикой, но тут это действительно, мне кажется, имеет смысл, потому что игра выглядит просто невероятно. Поползать в грязи, как у него там вода все капает с ботинок и все такое. Все эти световые, свет мне очень нравится, как сделан в игре. И бури песчаные эти афганистанские просто великолепно тоже выглядят. Ну, да, ну, красивая местность, постановка, все в принципе в лучших традициях, на высочайшем уровне. Уровень, который поднялся, мне кажется, со времен четвертой части, я думаю, нас ждет невероятная постановка. Ну вот мы сейчас говорим на самом деле, вот хочется сказать две вещи на самом деле. То, что Metal Gear, он эволюционирует хорошо с каждой частью. То есть ты каждую часть ждешь, и она привносит много и в жанр, и именно в серию. И это отлично на самом деле, то, что Metal Gear до сих пор еще как такой, ну, король, сказать, стелс-экшенов. То есть просто стелс, он же отец стелса, правильно. И да. То, что он сейчас на коне еще, это великолепно. То, ну, это получается Metal Gear Solid серия, это одна из немногих игр, которая с каждой части становилась все лучше. Да. И что круто, это то, что они с уважением всегда относятся к персонажам, к их истории. И вот это я очень ценю в Кодзиме. Потому что он ни о ком не забывает, никого не оставляет за бортом, и при этом с большим уважением относится к своему труду. Вот. И да, это отлично. И это действительно уникальная в своем роде серия, которая не сбавляет оборотов абсолютно. Да, ну как Кодзим говорил, что он разрабатывал игры не для того, чтобы люди там быстро расслаблялись и что-то вроде. Он хотел донести им через свои игры что-то нечто большее. Эмоции передать, да. Чтобы ты переживал за тех, за кого играешь. И это прекрасно получается. Когда я в конце в четвертой части драл с Ликвидом Оцелотом, и вся эта драма, все эти вот эти ползунки здоровья, которые меняются, как из части в часть они менялись, вся вот эта ностальгия, все вот это сплетается в этом эпике, и у тебя просто слезы на глазах, голова взрывается, руки трясутся. Как поставлю совет перед этим, как они типа дрались в этой катсцене, я просто тоже так смотрел, просто потрясающий кадр. Я не понимаю только, кто их на вершину авианосца занес. Кодзима, кто же еще? Ну да, конечно, Ванин получил. А ты кто? Неважно, и исчезает. Да, прикольно, да. Ну вообще, да, конечно, эпичная сцена была. И много сцен, которые эмоции вызывают подобные. Даже через микроволновку. Да. И вообще, МГС-4 такая самая слезливая получилась. Там, начиная с третьего акта, уже дальше ревел, когда, например, в третьем акте была душераздирающая сцена, когда ты еще думал, что тело Биг Босса кидают сжигать. И сразу эпик с Оцелотом, который пальцами буквально всех расстреливает, так. Еще так. Когда Моралес отдавал проходить, у него один из любимых моментов был тот с пальцами. Да. Ну, тот же самый юмор, когда перепроходя, можешь что-то открыть. То есть финальные драки с Ликвид от слота, насколько я знаю, два прикола. И, то есть, во-первых, когда он тебя делает захват, то можно не двигать стик и просто ждать, когда он тебя поцелует.
весьма прикольно. И во-вторых, этого я уже сам не знал, посмотрел потом на Ютубе, когда просто глядел пасхалки, то увидел, что если в этой драке в итоге проиграть, и тебя завалит, и когда появится экран выбора, перезагрузится или нет, ты нажмешь «нет», там слот кликнет «Снейк, it's not over yet». Ну, вообще, очень много таких драматичных моментов. У меня до сих пор мурашки по коже. Идет тот момент, когда Снейк говорит, что он не герой, никогда им не был, никогда не будет. Да-да-да. I'm not a hero. Never was. Never be. Never will be. Never will be, да. Да, ну, причем это как бы транслируется из первой части, где они в туалете то же самое говорили с Мэрил Сильверберг. То есть, когда она в одних трусах стояла, на войне нет героев, вот то же самое он говорил. И то же самое в четвертой части между ними только в краткой форме происходит. И она как раз после этого ему говорит: «Снейк, ты совсем не меняешься, типа, ты не поменялся». Несмотря на физические, конечно, изменения. Это такая... Она поменялась, конечно. Она поменялась, да, теперь он ее не назовет новичком. Руки, да, никогда. То есть, да, она спала. Сцена отстреливания Мэрил и Акибу просто тоже очень дико доставляла. Во время этого они переговаривались, кооперировались. И, по-моему, когда ты по микроволновке ползешь, там сплитскрин же идет, да? Да, и ты видишь, по-моему, все вот эти моменты судьбоносные, когда они все сплетаются воедино, вот эти вот это... Да, момент, когда без руки Райден в зубах держит меч и за спиной у него Снейк. Отсылка, во-первых, ко второй стайке. Еще самое главное, он в куртке был. Да. Да. Да, его плащ это настолько легендарный плащ, что я думаю, он даже может посоперничать с кожанкой Макса Пейна, потому что это просто невероятно. Во-первых, это отсылка к второй части, но во-вторых, это вообще само по себе эпично было. Да, I'm Lightning, или что он там сказал, то есть, да, это круто было. Ну и вообще вся эта фишка с сплитскрином, спизженная у Брайана де Пальмы, но Коджима кинолюб, конечно, мы все это знаем. Да, но мне, правда, было неудобно смотреть за двумя кадрами, потому что когда... Ну, согласись, это было круто. Да, например, момент, когда ты должен истребить всех самоликвидирующихся гекконов, а и в это время Райден с Клэмпом тяжеловато. Очень трудно было смотреть за происходящим. Потому что ты хочешь смотреть крутую битву Вампа и Райана. Да, ну ты занят. Надо было играть, причем очень сложный момент был. Часто перезагружался, там реально тебя не со всех сторон окружали, еще боеприпасы могли закончиться. Да, я сначала смотрел, а потом меня взорвали, думаю, ну нафиг, сейчас все пройду и все будет нормально. Кодзима просто троллит своим умением делать катсцены, типа, ну что, ты устоишь, будешь смотреть, как я делаю катсцены, или все-таки будешь за сплитскрин бороться? И ты разрываешься, я не знаю. Challenge accepted. Потому что, когда я играл в Metal Gear Solid 4, когда я увидел первую битву Райана с... Че я его Райаном называю, Райден. Не знаю. Райдена, да, с Вампом. Это была... Я смотрел на это, я просто говорил, это лучшее, что я видел в играх. То есть, от такого уровня катсцен я не видел. Это было невероятно. Так, это... принципе, отбой до сих пор, кому покажешь. Я вот этот момент видел еще тогда, когда Metal Gear Solid 4 еще не вышел. То есть, я где-то был на даче. Угу. Был заскулерил. Был какой-то игрок-канал, я даже был не в курсе про Metal Gear Solid 4. До этого я в детстве сыграл немного Metal Gear Solid 2. Вот момент, когда Снейк на корабле. И то я не очень помню, что там происходило, и не вникал, что происходило. И посмотрел эту сцену, тоже не очень обратил на это внимание. А когда сам проходил, во-первых, я офигел, дико офигел от эпичности всей сцены. Во-вторых, я вспомнил то, что до этого я видел сцену, когда показывали этот трейлер по телеку. Причем эта сцена, она как бы обрушивается на тебя, потому что до этого, в принципе, ничего такого выдающегося ты не видишь по ходу игры, таких катсцен. То есть, да, режиссура отличная, никто спорить не станет, но вот это как вот внезапный такой скачок, вот, который на тебя просто обрушивается, и ты его принимаешь как можешь. Потому что, когда я это смотрел, я был вдавлен в кресло полностью, у меня была отвисшая челюсть, и я такой постановки не видел. Такой скорости и такой... операторской работы именно. Ну, внезапно не только сама сцена, но и как перевоплотился Райден после второй части. И само его появление, согласен. То есть, да. Во второй части, ну, это был шпион, крутой шпион, который, правда, обучался только через виртуальные задания.
Но, да. Но тем не менее, я ничего в нем плохого, кстати, не видел, хотя, я так понял, многие бомбили за то, что дали поиграть. Многие. Просто, все, да. Все фапали на Снейка просто да. Синхронно. А в итоге, фапал Райден в женском туалете. Да, и все говорили, что он женоподобный, и что, в общем... Ну, я думаю, Кодзима неспроста его сделал женоподобным. Далеко неспроста. Но потом переуплощение его в четвертой части, это просто нечто. Да, у меня даже БДСом и во второй-то показался, да. Особенно к концу, когда ты просто самолично выпиливаешь этих рейев там, да? То есть... Другие рей, там их, по-моему, 6 штук, и они каждый раз это, меняются. Это был, не знаю, как для вас, некоторые говорят, а, это легко, для меня это был дикий челлендж, я просто не понимал, откуда такая сложность, до этого я так, мне не казалось такой уж сложной. Но... Я перезапускал это место 3 раза, мне это ушло 30 минут 20. Меня больше бомбило тогда, когда я боролся с Metal Gear Rex'ом в первой части. Вот это было. Вот у меня наоборот. У меня почему-то наоборот получилось. С Rex'ом у меня быстрее как-то закончился. А с Рэйми я дико долго. Хотя я тоже не так, чтобы уж много умирал, но там одна попытка занимает очень долго времени, да? Потому что их много. Да, та же история. Вот. Но самое, Ваня, как раз по поводу Metal Gear. Самое запоминающееся из второй части, что у меня было все-таки не Рэй, и то, как там было сложно и проще, это момент перед этим, когда ты бегаешь голым Райденом. И там появляется женщина. В какой-то момент забегаете просто в какой-то такой коридор, где ничего не происходит, минут 5, наверное, 10. Это просто вводит ступор. Я дико ржал. Еще полковник доставляет своими идиотскими сообщениями. В этот момент, когда голый бегаешь туда-сюда по коридору, двери закрыты, ничего сделать нельзя, и начинается такая паника в мозгу. Ты не привык к такой в играх видеть. Ты думаешь, когда он глючит вообще, не пускает. Да, игра сломалась. Нет, вообще очень ржачный момент. Потом такой, ты меня искал или там? Ты меня ждал, выходит Снейк. Не, я не знаю. И в ответ Райден. Пши! Такой... Типа простудился, пока с голым задом бегал. Да. Не знаю, для меня это был не ржачный момент, мне было по-настоящему страшно. Вот я у меня то же самое, вот, это не то, что был... жуть, это было какое-то, это что-то нездоровое чувствовал подкожно, неестественное какое-то это... ощущение было. Ты думаешь, это ключит было... или нет, что происходит вообще, what the fuck был полный в голове. Да, потому что там, да, действительно ничего не происходит, двери не открываются, и потом, что меня больше всего напугало, это когда просто рандомно в правом верхнем углу появилась какая-то девушка, которую снимают на камеру, японская. Мне страшно стало, я играл в 3 часа ночи, или сколько там было. Я реально, просто вот такая внезапность, она меня окатила, и я просто был в шоке от этого. Касима хотел сделать хоррор. Для меня больше всего был внезапно это Fish and Mail во время битвы. Да, тоже. Когда в уголок экрана на какой-то момент все перемещается, действует, за ним наблюдаешь. Да. Но только сцене, когда появляется Снейк и дает тебе все, ну, все то, что ты нашел. То есть твою экипировку. Мне больше понравился вот этот момент. Он говорит, как есть. Вибро-меч он тебе дает. Да-да-да. Это легендарно абсолютно, да. Потому что я. И после этого он говорит, если у тебя кончатся патроны, обращайся ко мне. А у тебя много патронов, показывает на бандану, Infinite Ammo. Да, у него настоящая шутка. Я тоже так провожал сиатки, когда я тут на сцену. Да. Я просто потом напал, я напал, стоял фанатов. и просто уже дико ржал. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords. Yeah.
Да, я тоже сегодня слышу. Я там смотрел небольшой.